Мэрия Красноярска нарушила закон о конкуренции среди прокатчиков «Татышев» в парке. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. По мнению ведомства, число точек проката велосипедов и роликов за последние годы на острове заметно уменьшилось. При этом появились пункты проката, которые организовало само госучреждение. А это прямое нарушение действующего законодательства. Городским чиновникам вынесли предупреждение. Все нарушения они должны устранить до 1 октября этого года. К этому времени у велопрокатчиков как раз закончится горячий сезон. Сейчас Татышев парк знакомится с предупреждением. Управление ФАС по Красноярскому краю вынесло предупреждение в адрес администрации города Красноярска о необходимости устранения причин и условий, способствовавших возникновению нарушения антимонопольного законодательства. Вопрос касается проката спортивного инвентаря. Администрация города, а также МАУ «Татышев парк» документы получила. Сейчас специалисты их рассматривают для принятия дальнейшего решения.